Приветствую вас, дорогая церковь, любовью Господа Иисуса Христа. Меня зовут Александр, я родом с Луганщины. Моя семья проживала до начала войны в городе Антрацит. В начале войны, в конце июня 14-го, семья выехала на Украину и по сей день находится на Украине. У меня большая семья, многодетная семья, 9 человек. Когда-то, много лет назад, в год, когда мы уверовали, в 97-м году, мы взяли в семью одну девочку из интерната местного. Сейчас она живет самостоятельно, у нее 3 деток, она член церкви, живет в Гайсине, там помогают ей. Позже мы взяли еще деток, 2 в семью, и родились своих, и поэтому на сегодняшний день 9 человек. Старшая дочь, член церкви Хмельника, мы там проживаем сейчас, Хмельник, Винницкая область. Сын также член церкви, совершает служение проповедника, музыканта. Со мной сегодня в гостях моя дочь Марина. Она будет учиться здесь у вас в училище, будет, я думаю, посещать именно вашу церковь. Вы с ней потом познакомитесь. Она также член церкви Хмельника, Хмельнику. Я являюсь диаконом церкви города Антрацита, проповедую. В свое время совершал музыкальное служение, много лет аккомпанировал при основном пении. Был также регентом хора. В данный момент у меня новое служение, потому что однажды Господь привел в нашу церковь в семью глухих, молодую пару, Сашу и Лену. Они члены церкви, и они нуждаются в том, чтобы Слово Божье им переводилось, чтобы то, что проповедуется, они могли слышать, понимать. Поэтому в данный момент я снова являюсь студентом семинарии. Когда-то я учился с братом Сережей, закончил в 2005-м Ирпенскую библейскую семинарию. Я пошел дальше учиться, закончил бакалаврат. На сегодняшний день я на 3-м курсе снова этой Ирпенской семинарии, но уже на факультете служения неслышащим, сурдоперевод. И сегодня вот мы в гостях приехали, чтобы дочка могла поступить и учиться у вас. И я рад, что могу быть с вами и поделиться Словом Божьим. Мне бы хотелось сегодня говорить на очень для нас важную тему, потому что от того, выполняем ли то, о чем я сегодня буду говорить, зависит напрямую наша будущность. Где мы будем? Мы будем с Господом в Его Царстве или без Него в страшном месте, которое Писание называет адом. Там будет плач и скрежет зубов. И поэтому мы поразмышляем над этой темой и вместе с вами прочитаем из Евангелия от Матфея, 10 глава, 32-33 стих. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным». Я хотел бы поговорить об исповедании, о том, как мы исповедуем и Христа. «За кого мы Его почитаем?» В свое время Иисус задавал вопрос ученикам. Что значит исповедовать, исповедание? Нам словарь дает такое значение этого слова. Исповедание – это значит признавать, веровать, держаться чего-то с твердым убеждением, как в свое время держался Павел. У нас есть пример этого. Однажды апостол Павел в послании к филиппийцам записал нам такие слова: «Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». И поэтому исповедание, оно важно для нашей жизни здесь, потому что оно будет иметь значение, где мы будем после смерти. Как совершается исповедание? Исповедание совершается посредством Духа Святого. Почему именно так? Потому что, читая Писание в первом послании Иоанна, в 4 главе, 2 стихом, апостол Иоанн записал нам такие слова: «Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Ну и следующий стих там написано: «А кто не исповедует, тот не от Бога». Поэтому
исповедовать Иисуса Христа Господом мы можем только в том случае, если в нас живет Дух Святой. Если мы однажды признали, что мы грешники, признали величие Господа, Его власть в этом мире над своей жизнью, признали свои грехи, открыли их, попросили прощения, оставили грехи, покаялись, то у нас новая жизнь. У нас живет Дух Святой. И именно этот Дух помогает нам, говорит нам, признавать, что Иисус есть Сын Божий, что Он наш Господь. Поэтому посредством Духа Святого. 1 Коринфянам 12:3. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть без воздействия Духа Святого, без Его присутствия не просто в нашей жизни вокруг нас, а в нашем сердце, никто не может назвать Иисуса Господом. Поэтому исповедание Иисуса Христа совершается посредством Духа Святого. Поэтому для этого необходимо покаяться. Также из этого следует, что является это доказательством союза с Богом. 1 Иоанна 4 глава 15 стих. «Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге». Очень тесная связь. Дорогие друзья, многие признают, что есть Бог, да, но не исповедуют Его в своей жизни. Или исповедуют Его как-то, ну, это трудно назвать исповеданием. Говорят, я в душе верую, да, но Писание учит, что необходимо веровать сердцем и устами исповедовать, и сердцем веруют к праведности, и устами исповедуют ко спасению. Поэтому, когда мы исповедуем, что Иисус есть Сын Божий, в нас живет Бог, и мы в Боге. Но могут быть препятствия. Есть то, что мешает нам исповедовать Иисуса Христа. Что же может нам в этом препятствовать? Может препятствовать страх, могут препятствовать гонения. Читая Писание, мы читаем Евангелие от Иоанна, когда Иисус совершал свое служение, многие люди ходили за Ним, и люди о Нем говорили. Но написано так, смотрите, Евангелие от Иоанна 7:13. «И много толков было о Нем в народе. Одни говорили, что Он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о Нем явно, боясь иудеев». То есть между собой в народе как-то люди, собираясь там тихонечко, говорили об Иисусе Христе. Много было о Нем толков в народе. Но публично не исповедовали, написано, никто не говорил о Нем явно. Почему? Причина. Боясь иудеев. Поэтому страх может препятствовать нам исповедовать Иисуса Христа Господом. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 42-43. «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, ниже славу Божию». Это место Писания говорит о том, что еще может препятствовать нам исповедовать Иисуса Христа Господом. Скажем, положение в обществе, да? Кто-то занимает прекрасную должность, имеет хорошую зарплату, но там у себя на работе, где он работает, среди своих сотрудников, перед своим начальством, он как-то или боится, или стыдится исповедовать Иисуса Христа своим Господом. Мы это делаем здесь, когда все свои, в Доме Божьем, среди братьев и сестер. Мы здесь не боимся, не стесняемся. Но в другой обстановке бывают такие моменты. Почему? Страх и стыд. Стыдимся того, что мы члены церкви именно евангельских христиан-баптистов, или боимся, что если скажем, кто мы, куда ходим, какой дом молитвы, какую церковь посещаем, можем потерять должность, соответственно, зарплату или, может быть, полностью работу. Поэтому страх, стыд может также препятствовать
тому, что мы исповедуем Иисуса Христа своим Господом. Поэтому мы прочитали, что и начальники, многие из начальников уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, и даже написано так больше, возлюбили славу человеческую, то есть земное положение, деньги. Евангелие от Марка 8:35. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Иисус учил тому, что наша душа бессмертна, поэтому не надо бояться. Мы можем потерять должность, можем потерять зарплату, можем потерять уважение в обществе, можем потерять работу, можем потерять даже жизнь, но кто хочет душу свою сберечь ради Евангелия и Иисуса Христа и потеряет эту душу ради Христа, он ее сберегет. Поэтому как сберечь душу? Необходимо посвятить свою жизнь Господу Иисусу Христу, исповедовать Его в любом месте, во всякое время, и в друзьях, и в Доме Божьем, и перед своими знакомыми в мире, на работе, перед своим начальством исповедовать Иисуса Христа своим Господом. Написано, устами исповедовать, то есть не стыдиться, а говорить, что я верующий человек, что я люблю Господа, что однажды Он поменял мою жизнь. Я был грешником, но сейчас Слово Божие называет меня святым. Почему? Потому что я покаялся. Я люблю Господа, потому что Он возлюбил меня еще прежде создания мира. Он доказал свою любовь, когда пришел в этот мир и умер за меня, когда я был еще грешником. Поэтому я не стыжусь исповедания. Исповедание должно быть связано с верой. И в послании к римлянам апостол Павел пишет нам в 10 главе, 9-10 стих, такие слова. Римлянам 10, 9-10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». И это исповедание обеспечивает нам Господь Иисус. И мы прочитали это в 32 стихе. «Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным». И очень важно, мы должны это не просто знать, не просто понимать, а исполнять, потому что от этого зависит последствия, наше будущее. Могут быть положительные результаты, могут быть отрицательные. Мы прочитали положительные результаты, того я исповедую пред Отцом Небесным. Но если мы этого не делаем, стыдимся, боимся, 33 стих, мы его читали. «А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того, и я пред Отцом моим Небесным». Слово Божие дает нам много примеров, и положительных, и отрицательных. Нафанаил. Человек прямой, открытый, когда он встретился с Иисусом, он сказал, «Ты Сын Божий». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 1 глава, 49 стих. «Ты Сын Божий». Иисус сказал, «Вот человек, в котором нет лукавства, потому что перед этим Нафанаил сказал, когда ему сказали, пошли, Мессию мы нашли из Назарета, а что может быть оттуда доброе?» Он был прямой, искренний, открытый человек, но Иисус сказал о нем очень много хороших слов. Это человек, которому нет лукавства. И он исповедал, кто для него Иисус Христос, ты Сын Божий. Апостол Павел, он был гонитель церкви, но так поступал в неведении. Он думал, что так служит Богу. Но когда встретился на пути в Дамаск ему Иисус и сказал, что ты идешь против вражна, ты меня гонишь. Мы услышали такие слова. «Господи, что повелишь мне делать?» Исповедание Павла. «Господи!» Он назвал его Господом. «Что повелишь мне делать?» И полное подчинение. И мы знаем, какое было служение апостола Павла, сколько он много пострадал, претерпел за имя Иисуса Христа.
был готов пойти на смерть, и сколько плодов принес для славы Божьей, сколько организовано церквей, сколько много он послужил. Стефан, когда он обличал народ и руководство израильского народа в том, что они виновны в смерти пророков, в том, что они виновны в смерти Иисуса Христа, это было его исповедание, когда уже его побивали камнями, и он сказал: «Господи, прими душу мою, Господи». Потому что он считал Иисуса Христа своим Господом, он верил в то, что он Сын Божий, что он Мессия. Он верил, что есть воскресение после смерти, поэтому он не боялся смерти. Для него важно было сохранить душу, потеряв ее, отдав ее Господу, даже если придется умереть за свое исповедание. Петр. Когда Иисус спросил учеников: «За кого меня почитают?», Петр сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». В другом Евангелии написано: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Ты Сын Божий, Ты Христос, Сын Бога Живого». Но это когда были нормальные условия, когда не было опасности в жизни. Но когда Иисуса Христа арестовали, Петр последовал за ним, мы читаем, и во дворе его спросил воин, служанка, он сказал: «Я не был с ним». Он отрекся: «Да я не знаю этого человека». Поэтому в разных условиях мы ведем себя по-разному. Когда спокойное, мирное время, когда мы среди святых, в Доме Божьем, на молитвенной группе, здесь, в собрании, мы не боимся, мы не стыдимся. Но когда наступает испытание, то часто люди ломаются, часто оступаются, как Петр. Но можно восстановить отношения с Иисусом Христом через исповедание своего греха. Мы знаем, что Петр в свое время покаялся, и когда Господь спрашивал: «Петр, любишь ты меня?», и не один раз спрашивал, и последний ответ, который был у Петра: «Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Потом мы знаем, что он уже ничего не боялся. После того, как он видел воскресшего Иисуса Христа, он смело проповедовал в храме, не боялся смерти, потому что он не просто верил, он увидел воскресшего Иисуса Христа. Мы это принимаем на веру, потому что мы живем в другое время, живем уже после того, как эти события прошли, когда уже много тысяч лет существует и трудится Церковь Иисуса Христа. Но это слово, оно важно сегодня для нас, потому что от того, как мы исповедуем Иисуса Христа, за кого Его почитаем, зависит наша будущность, где мы будем. Поэтому мы читали вот эти стихи: «Кто исповедует пред людьми, того исповедую пред Отцом Небесным. Кто отречется пред людьми, от Твоей я отрекусь пред Отцом Небесным». Поэтому посредством веры мы исповедуем Иисуса Христа своим Господом с помощью Духа Святого и не должны бояться опасностей в нашей жизни. Мы много, может быть, из новостей разных знаем примеров о том, как приходится исповедовать веру в Господа Иисуса Христа где-то в других странах, в исламских государствах, когда показывают эти фотографии или там краткие там съемки документальные, когда верующих за веру в Иисуса Христа, за отвержение ислама казнят, предают смерти. Но что удивительно, на этих фотографиях многие верующие, многие дети Божьи, они с улыбкой на устах. Почему так? Почему они не боятся исповедовать? Почему не боятся смерти, страданий? Потому что они верят в Иисуса Христа воскресшего. Верят, что Он жив. И верят в то, что если умрут, то в оный день, в день воскресения из мертвых, они воскреснут. Можем взять ближе события, которые нам более понятны. То, что сейчас происходит на востоке Украины, в оккупированных территориях, там тоже много церквей, много детей Божьих, и там трудно исповедовать открыто Иисуса Христа своим Господом. Там трудно говорить открыто, что я член церкви евангельских христиан-баптистов.
Был один такой интересный случай, это было после пасхального служения в 2015 году. Мы решили своей церковью, теми, кто остался, потому что церковь насчитывала более 120 членов, но когда все эти события начались, осталось около 60, многие уехали, семьи с детьми в первую очередь, кто в Россию, кто в Украину. Затем немножечко пополнилось, но на тот период было чуть более 60 человек, может, около 70. И мы решили просто вот этот пасхальный день отпраздновать на природе. У нас есть за городом еще такая дочерняя церковь, там за 15 километров в поселке Красная Поляна. Мы заказали автобус, и все, кто пожелали, сказали, что даже если кто вернется вечером, кто живет на поселках, братья на машинах развезут, поэтому просили сестры пожилые, приходите. Не беспокойтесь, пешком идти не придется, такси заказывать тоже, братья развезут. И было очень много людей на праздник. Приехал автобус, мы погрузились и уехали. Но в собрании ходила одна женщина несколько месяцев. И после вот этого события, после пасхального богослужения, на следующее воскресенье ее нет в собрании. Приходит еще воскресенье, нет в собрании. Но она там уже с несколькими сестрами познакомилась. Сестры стали беспокоиться. Нет этой женщины. Она уже ходила много месяцев. Ей нравилось, она это говорила. Она уже так приближалась к Богу. Исчезла. Проходит где-то месяц, чуть больше месяца. Встречает ее одна сестра в городе. И говорит, послушайте, где вы делись? Мы за вас переживаем. Вы же ходили, вам нравилось. Что случилось? Она говорит, а я услышала, люди говорят. После пасхального служения в воскресенье, говорит, подогнали автобус, погрузили всех баптистов и куда-то увезли. Она испугалась. Она думала, что, наверное, где-то увезли, там может расстрелять или что. И поэтому она не ходила чуть больше месяца. Но после этого, когда сестра объяснила, нет, мы ездили просто после этого праздничного служения на природу, практически всей церкви, отдохнуть там, пообщаться, прославить Господа. Поэтому все нормально, мы на месте, служение проходит, приходите. И она снова начала посещать. Поэтому, видите, страх как может влиять и опасность гонений на исповедание, на то, что она боялась, то, что она не член церкви, но она туда ходит. И если люди узнают, она боялась, что, возможно, ее так же посадят в автобус и куда-то увезут. Наша поместная церковь пережила два захвата. Первый был 8 сентября 2014 года, вооруженный захват Дома молитвы. Второй в марте месяце 2015 года. Ну, слава Богу, все живы, церковь не разбежалась. Мы ездили на поселок, есть еще у нас одна церковь небольшая, на поселке Щетово, практически полным составом, на богослужение в течение более 2 месяцев, пока был не наш, как бы, на этот период дом молитвы. Затем Господь вернул нам наш дом, и снова продолжались служения. Так же было и в 2015 году. Нам его не дали, забрали, ключи выгнали. Но прошло там еще интересное. Прошла неделя, нам вернули ключи. Если первый раз сказали, даем 20 минут, забирайте вещи, уходите. Но на второй раз позвонили, придите, отдали ключи, занимайтесь своими делами. Поэтому Бог делает чудеса. Если мы верим, если мы доверяем, если мы исповедуем Иисуса Христа своим Господом, признаем, что Он Сын Божий, если мы это делаем не только в собрании святых здесь, на домашних общениях, если это мы делаем перед людьми, очень важно, Господь сказал, перед людьми, то есть не только перед святыми, перед всеми, там могут быть и не святые, то есть неверующие. Если мы это делаем, Иисус исповедует нас перед нашим Отцом Небесным. Поэтому подумайте об этом, насколько напрямую связано наше исповедание с нашим спасением, а устами, да, ко спасению. Кто исповедует, сердцем верует в праведность, а устами исповедует ко спасению. Если исповедуем, мы будем спасены, но через веру. Просто подтверждение нашей веры – это признание Иисуса Христа публично перед людьми, что Он есть наш Господь. Пусть Бог даст нам силы это исполнять и этим прославлять Его имя, трудиться для Него всем сердцем, всей душой, всей крепостью своей, любить Его, чтобы имя Его было прославлено, ибо Он достоин славы.
И мы будем молиться и благодарить Его за то, что Он дает нам эту силу посредством Духа Святого, живущего в нашем сердце. Слава Иисусу! Аминь.